Всем привет, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своей кухне. И сегодня будем готовить вот такой вот замечательный, вкуснейший, нежный кремовый чизкейк с клубникой. И для его приготовления нам необходимо просеять муку в миску. Также добавляем соль, соду и хорошенечко все перемешиваем. Далее я беру сметану и растворяю в ней сахар. Также добавляю чайную ложку лимонного сока для того, чтобы сода хорошо потом среагировала вместе с лимонным соком. Масло комнатной температуры перетираем вместе с мукой в крошку. Добавляем нашу сметану с сахаром. Далее я беру кондитерскую форму и смазываю ее сливочным маслом и также посыпаю мукой, для того, чтобы не прилипали края. Хотя, в принципе, это такое тесто, что оно не должно прилипать. Укладываю крошку в форму и хорошенечко разравниваю. Если какие-то лишние кусочки, подрезаем и докладываем в другое место. Тесто должно у нас все распределиться. Отправляю в морозильную камеру буквально на 10-15 минут, чтобы тесто хорошенько охладилось и было более песочным. Пока тесто охлаждается, я выливаю сливки, ломаю шоколад белый и забрасываем горячие сливки для того, чтобы растопилось. Растопленный шоколад я также потом охлаждаю в холодильнике. Хорошенечко все перемешиваем и отправляем охлаждаться. Достаем форму с тестом из морозилки и отправляем выпекаться при 180 градусах. В это время я как раз таки мою клубнику и нарезаю ее для пюре. Когда основа для тарта спеклась, достаем ее и даем ей полностью остыть. Пока основа для чизкейка остывает, займемся нашим клубничным кули или джемом. Кому как удобно. Блендером блендирую клубнику до состояния пюре. Добавляю сахар, пектин. Если у вас нет пектина, вы можете положить крахмал. Джем также нужно будет охладить. Теперь приготовим кремовую начинку для чизкейка. Взбиваем сливки. Выливаю хорошо охлажденные сливки и начинаю потихонечку взбивать вместе с сахаром. Когда сливки полностью взбились, берем охлажденный сыр рикотта и потихонечку добавляем. Также взбиваем небольшими порциями. Друзья, а пока я взбиваю крем, пожалуйста, подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Поставьте лайк этому видео и обязательно добавьте какой-нибудь комментарий. Также в крем я добавляю растопленный и охлажденный шоколад и далее взбиваю. Когда крем полностью готов, ставим его пока что в холодильник. Берем основу для тарта и намазываем ее клубничным кули, либо джемом. Распределяем хорошенечко по всей поверхности и далее выливаем нашу кремовую основу. Разравниваем, как вам нравится, и я отправила это в холодильник на ночь. С утра, когда чизкейк хорошо стабилизировался, я снимаю кондитерское кольцо и украшаю свежей клубникой. Если у вас сейчас нет клубники, то можно это сделать с малиной, либо с голубикой. И вуаля, вот такой вот шикарный. Вкуснейший чизкейк получается. Он нежный, сочный, мягкий, просто волшебный на вкус. Попробуйте приготовить, друзья, я уверяю вас, вы будете просто в восторге. Аккуратненько перекладываем его на блюдо, предлагаем и наслаждаемся. Завариваем какой-нибудь чай или напиток, любой по вашему вкусу, и зовем всех своих близких и родных попробовать это волшебство. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, поделитесь этим видео с друзьями. Это помогает продвижению канала. Друзья, пожалуйста, как я уже говорила, оставьте хоть какой-нибудь смайл или любой комментарий под этим видео. Также читайте внимательно описание, которое находится под этим видео.
И до новых встреч. Я желаю вам вкусного чизкейка, вкусных, прекрасных еще оставшихся летних дней. Всего доброго. Всем пока.